сейчас через одну трубу текает 70 ведер воды, а из другой трубы вытекает 42 ведра. За какое время наполнится емкость? Нам нужно заполнить емкость 336 ведер. Текает 70, вытекает 42. Соответственно, за один час 28 остается, да? 28 ведер остается. Так за сколько часов мы наполним? Надо взять каждую и разделить на то, что остается. Да. 12. А 12 чего? 12 часов. Значит, здесь 28 ведер в час. Ведер в час. И у нас 12 часов, чтобы заполнилась емкость. Хорошо.